ребята, вы попали на мой канал, Никита Сталкер КЗН. Играем мы сегодня в Brawl Stars. Я вот здесь прохожу Brawl Pass, который длится до 60 уровня. Да. Короче, вот, мега ящик открываю. Блин, пожалуйста, выходи кто-нибудь. Пожалуйста. Ждем. Не помню, 3 раза уже моргнул или нет. Конечно. Никогда, наверное, никто не выходит. Если гема, то норм. Конечно, гема. Естественно. Я бы хотел Brawl Pass, но тот, который наверху. Доносить я не буду. Может, когда-нибудь буду. Ну, давайте, наверное, сыгранем, что ли. У меня есть один 25 ранг. Так, кого бы взять мне? Ну, давайте на матч возьмем. Друга мы его пригласим. Я сегодня написал Битл Шарку или Дарк Ангелу, не помню, чтобы мы вместе сыграли. Нет, такие блогеры, кто Brawl Stars стримит и снимает его. Да, с прической у меня вообще какая-то жизнь. Вон. Ну ладно. Ну, что, что, что. Что-то лагает, ну ладно. Играть там не надо. Так, 4 команды осталось, уже лучше, не 5, он всегда за мной пойдет. Это... закон какой-то! Почти, блин, ну почему ты там не стоял? Ну ладно. Сейчас убьем. Опа. А, я думаю, это, блин. Это какая-то турелька была. Ну, как всегда, у меня либо лагает, либо чё. А, нет, нормально. Как, ворон, ну как ты это делаешь? Беги. О, нету! Не лезь. Отлично. Вот 3 хотя бы займем. Уже неплохо. Так и у нас тут 3. Ну плюс 1. Да, ну да, это у меня. Да. Так, да, следующего сколько нам? О, скоро будет 20 гемов, это вообще нормально, у меня уже будет на счету 60, а потом будет 80. Так, потом будет 20 000, а нет, 100. И потом бонусный большой ящик, как только пройдет Brawl Pass, для конца будет, так, получить повышенный ящик у каждый. Ой, нормалек. Это, видать, вообще все равно. Отсюда вот ты идешь верхний, или снижний, вообще, да, все равно? Или весь надо прям проходить? Надеюсь, не весь.
На мегаящик еще будут, еще много приключений ждет, дорогие зрители. Много. Короче, кому понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Всем удачи и всем пока.